Резолюция в адрес губернатора Маугры. Поводом послужило опубликование в среди бюджетных учреждений города проекта постановления о внесении изменений в систему оплаты труда работникам государственных учреждений Маугры. К сожалению, работников не очень много, половина практически это представители общественности. Боятся изначально, то есть когда пошли там даже в сбор подписей, их всех вызывали на ковер к начальству и говорили, чтобы у нас здесь никаких подписей не было, чтобы вообще вот этого всего там за воротами, скажем, да, и не в нашем учреждении. Сегодня принимали резолюцию публичного мероприятия с обращения к Комаровой и к председателю профсоюзного объединения города Сургута Андриаде. Требовали отклонить вот этот вот проект постановления новый с изменениями. И второе, потребовали разработать меры и принять их по реальному увеличению заработной платы работникам. Совет иногда бывает. Они карманные все, общественные советы. Это все специально обученные люди, которые там сидят годами и принимают решения. Вот и все.